Мы продолжаем баловаться, продолжаем находиться в детстве. У нас было огромное количество воздушных шариков, и сейчас у нас не такое большое, но не менее огромные игрушки находятся рядом с нами. А также Юлия Регер, руководитель проката детских игрушек. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Ну, рассказывайте, что развивают эти игрушки, на что направлены, зачем они? Ну, каждая игрушка, тут в основном представлены сюжетно-ролевые, воображение, фантазию, вот этот трек, он моторику рук, то есть концентрацию, внимание, конструктор, он уже как бы развивает строительство, так скажем. Здесь важен возраст ребенка или нет? Ну, если, допустим, ребенку 3 года, он уже может самостоятельно играть в такую игрушку. Если ему меньше, то как бы нужно, чтобы родитель сам научил, показал, как пользоваться кухней, супермаркетом. Ну, то есть, а так вот сами, пожалуйста, они первый раз видят эти игрушки. Первый раз, не играли. Дай сам с ребятами пообщаюсь. Можно тоже пообщаться с ребятами, да. Конечно. Привет, привет. Дружище, как тебя зовут? Для массовки. Ну, реально концентрирует внимание, видишь? Да. Как? Как тебя зовут? Вива. Да, нравится игрушка? Так, ладно, пойду сейчас спрошу у кого-нибудь. А эта игрушка тоже концентрирует внимание, потому что... Нет. Привет! Да, иди ко мне сюда, иди ко мне сюда. Как тебя зовут? Эвелина. Эвелин, скажи, какая игрушка тебе нравится больше всего здесь присутствующая? Девочка. Девочка за рулем, за машиной? Отлично. А тебе какая нравится больше всего? Кухня. Кухня. Что ты готовишь на кухне? Что есть на кухне? Показывай. Кашу-малашу делаешь? Пойдем, покажи, как ты готовишь кашу-малашу на этой кухне. А ты круассанчики, да, стряпаешь? Расскажи, что у тебя есть на кухне? Меня зовут Тася. Тася, это Таисия, очень приятно. Чашка. Никита, да, доброе утро. Так. Вилка, хорошо. Ага. Ну, сейчас пока все 150 элементов будут перечислены. Потом, говорят, в холодильнике еще есть продукты. Давай попросим девчонок показать нам. И в духовке курица. Девчонки, откройте холодильник, пожалуйста. Давайте заглянем в холодильник. Давайте. Что там есть? Там есть фрукты. Фрукты. Фрукты? А что в духовке? У нас в духовке, говорят, курица, она там не сгорит? Не надо доставать? В духовке внизу. Смотри, не сгорела курочка у нас? Готова? Да. Есть курочка и хлеб у нас тут испекся. Ну все, ребят, у нас готов и завтрак, и обед, и ужин. Спасибо. Спасибо вам. Вот это игрушки, которые можно самостоятельно детям играть, или все-таки взрослым лучше за ними присмотреть? Это нет, можно самостоятельно, все безопасно, никто ничего не приглушит, мелких деталей нет. Да, вот теперь важный вопрос уже касаемо родителей. Насколько можно взять эти игрушки, на какой срок? Минимальный срок у нас неделя. Одна неделя. Угу. Вот. Ну, можно брать успевают меньше. Успевают наиграться больше за неделю? Нет, не успевают. Продлеваем без проблем. Продлевать можно? Можно без проблем. Во сколько обойдется такое удовольствие? Вот одна неделя 400 рублей. Одной игрушки, да, какой-то? Всего. Всего 400 рублей одна. Так, ребята, я кухню бронирую после вас, договорились? Все, спасибо. Кухня тебе понравилась? Да. Хорошо. Классная кухня. Домой себе поставлю. За 400 рублей. Это дешевле, чем мебель покупать домой. Большую, серьезную. Сколько стоит примерно, если покупать такую игрушку, вот одну из них? Ну, на примере кухни, вот, например. 7,5 тысяч. 7,5 тысяч. Ну, это действительно выгодно. Тем более, что все-таки ребятишки имеют такое свойство. Они очень радуются, когда появляется новая вещь в доме. Но потом очень быстро теряют к ней интерес и переключаются на что-то другое. Если ты потратил 7,5 тысяч, а прошла неделя, ребенок уже к этой кухне не подходит, это, конечно, становится немножко обидно. А так взял на прокат, вернул и спокойно взял новую. Да. Скажите мне, а у вас какие машины здесь ездят? Какой марки машина? Как называется? У меня есть джип. У дядьки джип. Это джип, ребята. Ну, серьезно, просто молодежь. Так. Вот такая многоуровневая, назову ее парковка. Нам их не хватает. Горка-парковка. Трек. Это трек все-таки, это трек, да? Антон. Вот видишь, это трек. Скажите, вот у нас здесь сейчас возраст ребятишек, это сколько примерно? 3-4. А до какого возраста у вас вот получается прокат игрушек? Самый старший, самый маленький? 5-6. А, ну, допустим, вот эта игрушка джунгли, она 9 месяцев. Угу. То есть за нее, видно, да, за нее удобно вставать, держаться, делать первые шаги. То есть она у ребенка концентрирует тоже внимание, там шарики. Очень весело.
Прекрасно. То есть после 6 лет вот эти игрушки уже как бы будут не очень интересны. Уже другие игрушки у детей. А, другие игрушки, конечно. Компьютерные, по большей части, наверное. Возможно. Да? Скажите, пожалуйста, как вас найти? Как с вами связаться? Потому что, ну, действительно, очень классные вещи. И очень многим родителям это будет хорошей поддержкой. Бюджета, кстати, семейного в первую очередь. А мы есть в социальных сетях. Это группа ВКонтакте. Называемся «Мини-бомбини». Прокат игрушек и костюмов. Запоминайте, мамы, папы, 400 рублей. Неделя, минимальный срок, но можно продлевать. Вместе с нами была Юлия Реги, руководитель проката детских игрушек и веселая молодежь. Я пойду конструктор построю. Давай. Вау, ребята, давайте строить башню.